Всем привет, с вами Андрей Чент. Ну что, продолжаем проходить Resident 4. Так, значит, одну голову в прошлом выпуске мы нашли. Одна голова у нас уже есть. Ключ от церкви. Ага, там у нас, в общем-то, нужно положить две головы. Значит, вторая точка у нас нужно вот сюда доплыть. Садимся на корабль и поплыли. Ну, корабль, конечно, было громко сказано. На лодочку. Давай. Выплываем в открытое. Правильно, нам сюда, сейчас сюда и потом... И потом сюда. Так, тут мы были. Тут пещера с рисунком. Нам на выход. Вот. Так. Вот у нас есть озеро с сокровищем. Давайте накидаем. Первый готов, песеты. Второй, песеты. Но мы не доплыли еще. Ага, вот тут мы можем выйти. А где сокровища? А вот они. О, окей. Так, а мы можем его вставить? Не можем. В определенное сокровище можно вставить, но не именно это. Окей, все, мы сокровище забрали. Больше тут ничего такого мы и не увидим, правильно? Хотя... Это кто, Валера? Мощный пистолет наружки, вышена большая красная цель, чтобы стрелок не пытался зарядить его патроны другого калибра. Окей, давай в быстрый доступ на пистолеты. А УЗИ поставим в быстрый доступ на... Ну, давай вот сюда. А гранату на всякий случай поставим в быстрый доступ. Давай на снайперку. Окей, Валера. У нас есть Валера. Ага. Вот так пока пусть все лежит. Хотя можно и вот так положить. Мне кажется, вот так оно более... А ну это ладно, не влазит так. Да, тогда вот так. И вот это мы передвинем сюда. О! Окей. А как по патронам на Валеру? Ну, мы его испытаем. Потом. Все, я думаю, что здесь мы теперь все забрали. Да, сокровища нету. Окей, хотя вон и напротив есть одно сокровище. Вот не зря мы карту купили. Вот стоило на самом деле только единичку. Значит, надо развернуться. Где-то вот туда, правильно? Да. Вот. Эх. А вон где-то сокровище наше, вижу. О, куры! Яички! Они нас не будут бодать? Это ж наши жизни! Я бы на самом деле этих кур бы не убивал. Они бы нам яйца бы несли. Правильно? Вот будет у нас мало жизни, мы бац! Только такую заразу, конечно, бывают. Иди в сраку! А, все? Это все было сокровище? Мы уже забрали?
Блин, слушайте, какие у нас золотое яйцо куриное. Это я возьму. А, это ж ему, по-моему, нужно было золотое яйцо, если не ошибаюсь. Нашему чуваку, правильно, по заданию? Он же хотел какое-то золотое яйцо. Охота на гадюк. Вот, охота, золотое куриное яйцо. Все. Так, куры, я вас оставляю, я потом, если что, к вам вернусь. Блин. И хоть бери к нему, возвращайся. А, синий медальон. О, о. А ну давай. Это куда? Оно мне нашло его. Вот здесь вот. То есть, если где-то он мне попал на глаза, этот медальон, то его показывает на карте. А вон он, я его видел, по-моему. Да, вон он блестит. Бля, промазал, да? Зараза, ни хрена себе его спрятали. Все, пятый, уничтожили. Наконец-то мы нашли пятый медальон. Ни хрена себе, да конечно бы я бы его не нашел. Естественно. А, ну это он хочет еще одну, а у меня пока нету еще одной. Окей. Так, ну я знаете, что хочу? Я хочу пойти к нашему чуваку. Тут же есть еще один. Так, мы если что припарковались здесь, да? Так, стоп. Не туда бегу, не туда. А, бля, а там тоже ж мы были, но мы там не нашли медальон один. А, это он и был, наверное, ж. Все. А, вот здесь он все вспомнил. Идем нашу торговцу. Скажем, дружище, мы все выполнили, давай наши бабосы. Вот он здесь. Открывай. Я рад тебя видеть, а ты меня? За хорошую работу надо хорошо платить. Так, спасибо. Я продаю много отличных товаров, чужак. И ты еще хотел от меня яичко. Драгоценности не пригодятся тебе в гробу. Так, стоп, а где мое золотое яйцо? Приходи в... Я что-то не понял. Или ты у меня уже его забрал? Нет, коричневое. Коричневое. А как тебе... А как тебе его отдать? А, вот оно, золотое яйцо. Готов купить почти все. Давай, продадим яйцо. И продадим вот это. Все. Продать. Как раз то, что нужно. О. Молодец. Я знал, что ты поможешь. Чем еще могу услужить? Так, а вот теперь мы получили, у нас уже 11 их. Что мы можем получить? Мы можем получить... Что? Лазерный как прицел. Все это? А он останавливается на карателя. А это каратель у нас. Можно получить черный металлический кейс. Повышает вероятность найти ресурса варианта Б. Блин, ну давай, слушай, ну прикольная штука. Снижает отдачу и повышает точность. Либо повышает вероятность найти ресурс. Зараза. Либо пистолет, который делает слабую отдачу. Не, давай кейс. Хочу кейс. А, смена кейса. Вы можете менять кейсы. Угу, окей. Интересный выбор. В хорошем смысле, конечно. Я продаю так много отличных товаров, чужак. Световая граната. Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь.
Давай прикрепленная мина еще. Знание — сила. Помни это, друг. Так, что у нас по ножам? Наш боевой нож, починить его не требуется. Если хочешь остаться в живых, и только там не убейся. Так, сохранимся. И тогда посмотрим, что у нас там по этим кейсам. Изменить кейс. Так, серебряный. Повышенная вероятность найти патроны для пистолета. А-а-а, в этом плане. Ага. Либо найти ресурсы. Надеть слева, надеть на центре. А-а-а! Ёперный театр, а я ж не знал. Это хранилище, печатная машинка. Ну окей. Пусть будет пока такой кейс у нас. На повышенные материалы. Так, ну лодка у нас же здесь не стоит, правильно? Вот где мы ее оставили, там она и стоит. Я прав? Да. То есть а-ля такого фокуса с телепортацией не прокатит. Окей. Вон наша лодка. Так, ну что, поплыли? За второй головой, а вторая голова у нас где? А вторая голова у нас аж поселение возле озера. Запертый ящик. Древнее святилище и сокровище. Блин, что, зайдем за сокровищами, а? Ну давай попробуем. Так, нам куда-то вот туда, правильно? Вот. Блин, сколько всего здесь плавает интересного. Вот раз. Сотка, ну все же при... Ай, промазал. Два. Три. Все, 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 угомонись. Так. О, бля, а мы здесь были? Где он? Два. Заряжай. Три. Четыре. Пять. Ну, короче, шесть патронов нужно потратить. А, еще хрен там, да? Оно еще встало. О, бля. Ну давай, ладно. Понеслась. Да что, оно бессмертное или что? Так, вот тут нужно на самом деле... На снайперку. Готов. Готов. Но это не точно. Надеюсь, он не встанет. Так, что у тебя было? Показывай. Стрелы и кухонный нож. Ну, стрелы это наши. А мы здесь реально и не были, я вам хочу сказать. Можно потом... Опа, тихо, капкан. Или были... А, были мы, по-моему, здесь.
Да, были. Это просто еще двое появилось. Окей. То есть вот здесь у нас была дверь. И у нас теперь появился ключ. То есть видите, то есть бывает нужно потом возвращаться спустя время. О, новое задание. Кто-нибудь сходите на озеро и поймайте здоровенную рыбу, которая живет. Рыбий жир очень полезный. Так. Вот вам фотография в помощь. Рыбий жир. Поручение продать огромного окуня. Ага. И что нам вы хотите? На рыбалку, чтобы мы сходили? С вашим окунем. Я ж там словил вам большого окуня. Такого огромного, что он его в баню. Так, а что здесь? Порох. Да что тут творится? Что-то все плохо. Надеюсь, она сейчас нас не испугает? Ага, есть лестница. Сейчас пойдем туда, секунду. Тут больше ничего. Ну, пошли наверх. О! А, это еще один по жертвоприношению. Маленький ключ, отлично. Так, ну здесь больше вроде бы ничего. Хотя трава была где-то. Где-то, а вот она. Зеленая, зеленая трава. И все. Правильно? Да. Окей, тогда спускаемся. Это что за звук? Вы слышали? Кто это? Что это за хрень там гавкает? Да ну нахрен! Шарик, Бобик! Перезаряжаемся. О, бля! Ах ты, бля, скотина! О, бля! Тихо! Я могу выйти? Могу. Так, ребята. Заряжай патроны. Готов? Бля, ушел. И чем будем уваливать? Давай снайперкой. Ух ты, бля! Еще. Шо еще? Нормально и так, еще, блин. Ты бессмертный. Где собака?
Давай наверх. Бля, где оно? Мать его, гомункул. Где он делся? Иди сюда! Животное. Вон оно. Бля, его так непросто еще словить. На мушку. Так, у нас по жизням, я вижу, было бы желательно бы попринимать яички. Какое возьмем? Коричневое? Ну, давай. Где оно? Хоть бери на ближний бой его вызывай. Ладно, давай будем приманивать его. Вон оно. А, убежала. Иди сюда, собака. Ну? Сын, не выходит, а? О, бля! Скотина! Не вовремя ты! О, дробаш меня спас! Так. Шо, где-то еще одна? А, вон, 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 бежит, бежит. Добежала. Бля. Бля, скотина. Там еще была одна. Да вы издеваетесь, сколько вас? У меня столько патронов нету. Рубай ее. Вторая. Все, патронов больше нет. На ружбайку мы закончили. А можем новое сделать? Для винтовки, для ПП. Давай ПП. Хрен с ним. Блин, а на ружье нельзя, да? У нас ни хрена для ружья и нету. Можно сделать траву. Смесь трав. Давай. Давай вот эту сделаем. И потом еще сделаем вот эту, которая повышает максимальный запас здоровья. Все, потом ее это используем. Так, давай это сюда. Чтоб разгрузить немного. Это сюда. И еще одно яичко сюда. Мало ли что-то полезное нужно будет ставить. Все. Так, по патронам у нас, ну, что-то есть. Так, первое у нас сюда, помню, было. И у нас, как раз, есть же ключ этот, правильно, который открывает? Да, вот он, использовать, супер. Что это, ну, браслет? Окей, продадим. Дальше. Еще одно было где? В доме. Вроде бы. Запертый ящик. Вот он. Использовать. О, как хорошо. Прям у нас, да, пошло все? Золотой слиток. Супер. Дальше. Здесь мы все проверили, и у нас было в конце еще. О, помню это место. Фотография, помню. Так. Это тут, где нас вырубили, помните? Было тут... Мы нашли нашего чувака. Вот, спуститься вниз. И тут был наш чувачок, которого мы развязали. Дневник старика. 3 года назад моя милая дочурка родила сына и вскоре скончалась. За эти годы мальчик быстро вырос.
Он очень любопытен и постоянно тянется к новым знаниям. Он даже пытается идти за мной, когда я собираюсь на охоту. За ним нужен глаз да глаз. Когда мы с ним гуляем по лесу, он просит меня рассказывать ему что-нибудь. Он обожает истории про Дон Кихота. Он еще совсем юный, но умен и наблюдателен, но не по годам. Не родись он в этой глуши, то наверняка стал бы ученым. Я повел себя глупо и опроменчиво. Я был готов поклясться, что начисто прострелил башку волку, но тот все равно бросился на меня. Мне удалось дойти до дома, но место укуса распухло и изменило цвет. Мне больно видеть встревоженный взгляд мальчика. Мое тело ходит само по себе, в голове звучат голоса. Неужели я схожу с ума? Мне нельзя умирать, ведь у мальчика больше никого нет. Господи, умоляю, защити его. О, и вот наша драгоценность. Все, супер. Не, карта у нас шикарная. Сейчас тут опять будет, 100 пудов. Это ж просто что-то найти, чтобы никто не выбежал, это редкость. Так, ну все. А, тут еще стрелы были. Надо забрать. Давай на выход. Так, стрелы у нас... А, это когда мы не попали, оно улетело в стену, да? Вот она, да, светится. Спасибо. Наша стрела. Ну все, идем на лодку. Тут все позабирали. И можно выдвигаться за второй головой. А вторая голова у нас где? Правильно, вот здесь. Так что плывем где-то вот в эту точку. Поехали. Так. Ага. Вот туда. Оп, стопе. Раз. Два. Продолжаем. Стоп. Больше нету? Больше нету. Так, нам сюда. Правильно, правильно. И вот здесь вот вторая голова. Так, мы здесь еще не были, новое место. Опять загадка та же самая, да? И тут вторая голова. Так, тогда давайте под... Ага, вижу. Вижу одну. Одну вижу. Вторую тоже вижу. То есть одна гадюка с палкой, три гадюки. Материалы. Одна гадюка, три гадюки. Ага, и вот третья. И вот такая палка с ветхлюхом. Угу. А еще и тут вот так. О, бля. А нахрена вы меня так путаете? Вы мне скажите. Черт. Заперто. Так, теперь секунду. Вот у нас первая. Три в центр смотрят. Окей. Дальше. Одна вот так. Три в центр. И одна была снизу. И вот три. А, ну ладно, это все вроде бы, да? Окей, давай водить. То есть, и одна такая. Так, у нас получается, вот это есть. Потом, вот это есть. И вот эти вот три. Вот она.
Шикарно. Материалы, патроны. Патроны для винтовки. Давай потом заберем голову, а то сейчас все повылазит. Как назло. Деталька наша. Супер. Мы сейчас еще одно сокровище заберем. Отлично. Отлично. Давай что-то создадим. Так, создать. Патроны для ПП, либо для винтовки. Давай, блин, для винтовки нас вроде бы хватает. Давай для ПП. Есть. Так, и создать. Блин, на дробовик надо было еще оставить. У нас на дробовик не хватает. Надо будет найти где-то еще порох. Окей. Так, ну забираем голову. Сейчас как все полезут. Да? Раздобудьте ключ от церкви. Да, у нас уже ключ есть. Никто не выбежал? Что, пусто реально? Ладно. Так, ключ от церкви мы... Так, а нам сюда. А, точно. Так, а где у нас находится? По-моему, здесь находится этот каменный постамент. Да, нам нужно вот сюда. И мы заберем какой-то из драгоценностей. Напротив. Там как раз не хватало у нас одного шестигранника. Мы уже все понаходили. Вот сюда, по-моему, правильно? Да. Сейчас быстренько заберем драгоценность. Пошли. Вот оно. И будем двигать дальше. На! Ты еще теперь хочешь, чтобы я покрутил? Ух ты, бляха-муха. Ух, бля. Вот. А что, я не могу тот выбрать? Блин. То есть те два никак не выбираются. Блин. Гребаная головоломка. Так. Тут на самом деле придется немало посидеть, чтобы ее собрать мне. Ну вот это правильно. Окей. Встретимся, как только разгадаю. Фух, бляха-муха, разгадал. Ну потребовалось минут 10. Но я накрутил. Ладно, продолжаем. Просто понимал, что нет смысла это вот перед вами это все выкручивать, закручивать. Думаю, лучше я это отдельно все поделаю. Итак. У нас есть две головы, значит, едем сюда и вставляем эти две головы. Хотя у нас на самом деле... Ладно, потом продадим. У нас уже столько всякого добра, которое можно продать торговцу. И потом что-то улучшить. Так. Нам сюда по прямой... Правильно плывем, да? Так, вот на эту нам. Надеюсь, тут никто не появился. Пока мы там плавали.
Не, вроде бы никого. Пошли. Так. Ну что? Давай. Первая голова. Одна сюда. Отлично. Вторая. Сюда. Церковная эмблема. Это все, правильно? Больше здесь ничего. Ключ от... О, связь пошла. Гнездо, это Кондор-1. Нашел ключ от церкви. Поняла. Теперь ищи Орленка. Да, болтать некогда. Выдвигаюсь. Кондор-1, конец связи. Окей. Карта обновлена, иди к церкви. Так, церковь у нас там. Окей, как туда добраться? Я так понимаю, вот эта вот дорога нас выведет к церкви, правильно? Ну, судя по всему. Окей, давай выплывать. И попробуем поплыть дальше. Мы вот туда в конец не плавали, и я думаю, это будет проход к церкви тоже. Вот в том направлении. Хотя, вот давайте к торговцу приплывем. Раз мы уже рядом находимся, можно как раз попродавать много чего, что мы уже понаходили. Ну, эти все самоцветы объединить некуда. Это не... То есть, у нас только... Да, вот только этот камень можно будет что-то вставить. И пока его оставим. Не будем спешить с продажей. Дружище, ты нас ждал? Привет. Итак, привет. Чем я могу тебе помочь? Так, ключ с символом. Нет, ты что, мы дураки нам продавать его? Равно, рубины, так, браслет, рванина, кольцо, золотой цене, слидок. Вот это, назначаем. Вот это. Это мы пока все оставляем. Ну, слушайте, на 45 тысяч... Хорошо. Продать. Спасибо. Так, дальше. По ножу. Давай починим. Плевое дело. Увеличим ему силу. Да? Чтоб ножом мы посильнее клепали. Это очень тонкая Давай работа. На максимум. Все, нож у нас максимально Мало прокачан. Можно достичь многого. Вот увидишь. По обмену. Пока у нас ничего такого нету, что я бы хотел поменять. Мы любим разные Я бы каратель травы. Бы улучшил бы. Они и лечат, и калечат. Они Хотя и лазерный все. Прицел очень прикольная штука, согласитесь. Так, что еще по улучшениям? По покупкам. Лечебный спрей. Нет, нет, нет. По пистолету. Если хочешь остаться в живых... Улучшай свое снаряжение. Не умничай. Вот, блин, арбалет вещь, не вещь хорошая, но так слабо клепает. Может быть, если увеличить силу. Хотя вот перезарядка тоже вот нам. Ну, дает перезарядку не сильно быстро, на 10%. Урон повыше пистолета. Давай, наверное. Чайник, ладно, пока оставим все. Оставшиеся просьбы. Ракетница так прям и манит нас, да, чтобы мы ее купили. Давайте сохранимся. Окей, ну что, поплыли к церкви? Давайте. Вот туда вот, мы там как раз еще не изучали. Я думаю, там как раз будет у нас пропуск к церкви. Вот сюда. Да. Там же у нас будет какой-то проход. Окей, поплыли дальше. Успокойся.
Да, есть проход, я уже вижу. Так, ага, 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 окей. Ну, давай на берег. Так, тут у нас два сокровища, я вижу. Одно заперто, а другое непонятно. Окей, порох. А нам не хватает, да, пороха, чтобы сделать для дробовика. Ладно, еще потерпим чуть-чуть. Что дробовик реально вещь очень хорошая во многих играх. Давай, хороший ключ у нас такой прям подходящий. Роскошный бра... О-о-о, а вот сюда я уже вижу, я могу вставить эти камни. Вот, вот этот наш камень объединить. Давай, да. Вот оно, куда они эти квадратные вставляются. Так, и что-то еще одно. А что оно мне еще светит? Как будто где-то там под низом что-то или что? А, может быть сверху? Ага, а как туда попасть? Секунду, а как туда попасть? Отсюда никак? Вообще? Ну да. То здесь просто маленький островок с сокровищем? Блин, а я думал, что мы... Нельзя, да, нигде залезть? Ммм. Это хрень какая. Ладно. Как будем тогда в церковь добираться? Какой дорогой? А-а-а, это первый уровень, второй уровень. Тьфу ты, блин. Ага. А-а-а, бля, я запуталась. Все. Вот, нам на второй уровень, то есть, получается, нам нужно высадиться на, ну вот на этой пристани. Все. Я по уровню неправильно посмотрел. Не, ну на самом деле мы сюда хорошо что приплыли. Тут была драгоценность. То есть нам тогда высаживаться вот здесь вот. А что это я так плыл и не заметил? Что здесь стояла эта бочка? Странно. А, там новые появились. Стоп, да тут же ж... А, мы сюда не плыли. Это мы другой дорогой пошли, да? Правильно? Да. Все. Мы здесь не плавали. А можно и так, я понял. Как в Соника играем. Окей. Так, и завернуть сюда. Ну все. Так, теперь нужно подняться наверх. И потом... Рыба-питомник. Где там было это сокровище? Что, сходить в этот рыбопитомник еще? Так, поднимаемся наверх, дружище. Дальше. В рыбопитомнике у нас есть одно сокровище. Давай его, мать его, заберем. Правильно бежим, да. Оно там в конце. Как я помню, там вроде бы ключ нужен был.
Вот, подбегаем, подбегаем. Вот здесь. Не, не здесь. А, но внизу. За углом, да? В смысле? Так, что-то я туплю. Ой, змея. Стой! Ты наша жизнь. Ну я что-то правда не вижу одного. А где сокровище? Ну вот же ж мы стоим. Вот оно рядом. А где? Прям передо мной. Или подо мной. Какого хрена? Правда. Ну типа здесь. Обожаю, бывает, как эти сокровища прячут. Догадайся сам, называется. Опять змея. Тут у нас, смотрю, это популярное место по змеям. Это все наши жизни. Ну, это где мы находимся? Вот, сверху, правильно. Это не внизу. Ну, так а в чем проблема? Что, на дереве висит? Да нет. Может, надо как-то на крышу у меня взобраться? А я могу как-то на крышу залезть? У меня уже начинают появляться какие-то бредовые идеи, если честно. Ну я ж вот стою, вот это место. А можно взорвать? Ни хрена не изменилось. То есть все так же. Непонятно. Непонятно. И залезть не могу. Ну, может, вы потом не ответите, как я туда должен был зайти. Потому что, ну, я уже и так, и сяк. Ну, то есть, типа, оно где-то здесь. А, не, это я уже туплю. Вот, оно здесь. Вот тут сбоку. Ну, тут ни хрена ж нету. И взаимодействовать же что же не с чем. Сверху? Нет. Ладно, пошли дальше. Если что, вы мне ответите, может быть, подскажете. Либо куда-то можно залезть. Но я клацаю залезть, тоже ни хрена не получается. Все, выбегаем отсюда, потому что это что сокровище какое-то очень непонятное для меня. Может, отсюда будет видно? Хочется хотя бы посмотреть. Так, нам наверх. Как отсюда выйти? Я уже и забыл. Давай в тот угол. И на лестничку. Черт, бля, я потерялась. Где выход? А, вон лестница. Что за сокровища? Бывает, так прячут. Уже второе сокровище, блин. В упор не вижу.
Кто придумал их так прятать? Давай. Да прыгай. Пошли в церковь. Значит так, церковь у нас судой-судой. Побежали. Сейчас будем кому-то жопу разносить. Так, сюда. Лодка хай здесь пока и стоит, если что, прибежим. Открывай. Так, ну продавать мы ему ничего и не будем. Печатная машинка. Выбегаем. Нам в церковь. Тут мы забрали. Там у нас, помню, был какой-то большой монстр. Он заперт еще? А! Бля! О, как жопой чуял! О, как жопой чуял, что сейчас будет с ним бой! Во, говнюки вы, бля! Подстава какая вышла у нас! Хоть бы нам сейчас сраку не разорвали. Одолейте гиганта! А! Убегай! А! Убегай! Убегай! А, бля! А, не убежал! А, ты, бля! Давай, яичко, 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 бегом, яичко. У нас половина жизни нету. Где наше яичко? Можем змею, я не против. Давай змею, она больше места занимает. Ну хотя, змея больше и лечит. Давай вот так вот. Так, чем же его валить, бля? Может снайперку взять? А вдруг, да? Взять. Черт, вот же упырь. Бля, ты бессмертный? Ты тоже червивый. А мне тут тоже хрен надо сверху уничтожить? Ой, бля! Залетело ж-то как! Так, змея. Ладно, змею нет. Давай коричневое яичко. А, ну вообще, блин, ни хрена особо не восстанавливает. Блин, я не понял, мне нужно по той хрени поверху стрелять. Вот, попал, да. Давай, рубай. Нахрен. Рубай ее, рубай, рубай, рубай. Как ломастер-шеф. Уходим. О, это тот, которого я спас, правильно? Шарик, это ты? Ты мой маленький, ты же за меня? Хочешь помочь? Я не против. Помогай! Ты что, бессмертный или что? Сдохни! Давай! За яичко его кусай! Вот! Ох, блёха-муха! Это наш волк! Ой, продолжаем? Опять? Все делаешь правильно. Молодец. А, нет, не так. Ладно. Так, патроны закончились. А!
собака! Не вздыхай, дорубаем его слово! Мастер-шеф пошел! Давай! Ну шо ж ты не дохнешь-то, а? Шо ж это за хрень такая? Живучая! Ну! Пошел в задницу, Кинг-Конг! А, бля! Промазал, попал, попал, попал. Перезарядка, 3 патрона. Опять. Так, дружище, у нас патронов немного. Я его столько времени рубать не могу. А он не умирает. Ух ты, бля. Уходим. О, о, схватил. Схватил! Давай сразу подлечимся. Ну, я думаю, что мы где-то уже близко к его смерти. Давай, змеюка. А, где он? А, бля, прям перед тобой пробежал. Последний патрон. Что, реально финишный? Как в кино, знаете, остался один патрон, и я такой... Ох, черт. Желтый это алмаз. Ну, так, а, мы вообще... Нужно идти к церкви. Как у нас шикарно по патронам, я вам говорю, просто 0-0-0. Ах, бляха-муха. Ладно, я думаю, вот на такой вот шикарной ноте мы с вами и закончим. С радостью прочитаю ваши комментарии и увидимся уже в следующем выпуске. Всем пока!